Жанна, скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Набагато краще почуваю. Жду, коли вже буде операція, то вже лежати не можу. Хочеться вже вернутися на службу, вернутися до того життя, яке в мене було, активного життя. Дуже важко буває лежати. Так що хочеться вже поскоріше, щоб вже я вийшла з больниці. Ну, я сподіваюся, що буде все хорошо і я вернуся в спорт. Я багато дивилася в странах, що є дівчата, які в армії призиваються. І мені захотілося спробувати в армію, а після контракту я пішла б вже робити в поліцію. Мені подобалося, ну, я не жалкую, що я туди потрапила. Я не можу знати, чому він так зробив. Ну, так, як я дивилася відео в соцмережі, то він об'ясняє тим, що він поцілився в мене із-за того, що я могла докласти до військової частини про обстановку. Бо в мене на посту була радіостанція, і я запросто могла доповісти в частину військову. Ну, я не змогла доповісти, так як він направився до мене і зробив постріли. І я вже не змогла підвестися та докласти військову частину. Я цього чоловіка взагалі не знаю. Я тільки запам'ятала його лице, а так я навіть його імені і фамілії не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, там, де срочна служба. Я заступала в караул, який був контрактний підрозділ. І я туди тільки заступала, і дуже рідко, що мене ставили туди. Так що я багато, я навіть не знаю ранених, яких звати їх було. Ніколи не було, щоб якийсь булінг був, всі дружні були. Як там з срочниками, я не знаю, щоб... А от, ну, контрактне підрозділення, ну, нормальне було. Там, щоб скандалів великих, у нас ніколи не було. Служба йшла, як обично, тихо, все нормально, без подій було. Я не знаю, чому так вчинив. Я не розмовляла з своїми співслужбовцями. Я не знаю, чого так. Їх повиписували, ми сильно не спілкувалися, та я їх і не знала. Тож я дуже рідко з ними заступала, що я пішла на пост, змінилася, поїла, пішла спати. Тому що времени мало для сна, я треба вже дихати, я з ними, ну, не спілкувалася так. В ту ніч я тільки знала начальника варти, помічника і ЧПК, і все. Більше я нікого не знала з цієї варти. Як кого звати, не знала. Ходить вже хочеться. Не можу лежати просто. У мене був активний спосіб життя, а так зараз важко лежати. Тут дуже добрі лікарі, які завжди допоможуть, які вже покращили мій стан і надалі будуть покращувати. Кажуть, що прогнози добрі. Я в це вірю. Хочу подякувати всім за підтримку, хто мене підтримував, писав мені в соціальні мережі. Тримайся, писав добрі слова, подякувати своїм батькам, які мене підтримують, також військовослужбовцям своїм, які мене теж підтримують, ну, всім людям, які мене підтримували, і дуже дякую лікарям імені, лікарні імені Мечникова. Із событий той ночі, да, можу розказати, я спав, по графіку у мене був сон. Ну, это случилось там около половины четвертого утра. А в 6 часов мы заступали на посты. Я сквозь сон услышал выстрелы какие-то. Но мне показалось, что кто-то, ну, как повар там, чи кастрюли якісь впустив, чи щось таке. Тут он, сам повар уже забегает и кричит, что там Рябчук сошел с ума, он убил начальника. И вот буквально еще секунда он уже стоит в дверях и стреляет в меня. Я вот так только разворачиваюсь, вижу его, как он стреляет. Я успел только воздуха в грудь набрать. И он пошел вот так сначала в меня, потом рядом в лежащего, еще в одного и еще в одного. Ну вот вы представьте, это я контрактник, который заступает сутки трое. Он прослужил 2 месяца вообще всего. Он месяц был на КМБ, и вот месяц он прослужил еще. У меня за месяц 8 заступлений. Как вы думаете, ну... Даже если бы хотел бы я его там как-нибудь задеть чем-то, я просто не мог бы этого сделать. Ну, плюс оно мне тоже не надо, но
Есть ребята, ну, с которыми там 100 старших, кто побольше прослужил. Мы с ними прекрасно общались, ну, все дружные, все тех, которых, в частности, он убил, ну, там, Левковский, Черник, они все были прекрасные ребята, с которыми мы прекрасно общались. И, ну, ни, вообще никакого разговора подобного о том, что какой-то там буллинг или дедовщина, это все бред. Ну ладно, там за полгода, но за месяц довести так человека просто нереально. Чтоб с такой жестокостью так сильно убивать, ну это... Да. Знаете, хочу, чтоб вот эти люди, которые его поддерживают, ну немного вразумели себе, что они поддерживают натуре изверга какого-то, в первую очередь. А... И не хочется, чтоб вот это вот про часть, что вот это начали рассказывать там. Ну, это все не так. Вполне там все нормальные люди, и вполне там можно служить, все идут нормально тебе навстречу. Не знаю, по крайней мере, я за свои 1.5 года службы, ну, не сталкивался с таким, что, ну, вот просто капец, там, невозможно. Я не знаю, почему он так сделал, но я считаю, что кроме него в этом никто не виноват. И я считаю, что он должен сидеть довечно. Нет. Да там же видно на видео, на этом видео из КХО, там же видно, как он встал, начал заглядывать. Ну, он сидел в тревожной группе, у них два тревожника, у них магазины с собой всегда. И то есть он достал сразу магазин, подошел к пирамидке, выхватил автомат и сразу же, короче, начал вести огонь. Почему он так начал делать, неизвестно. Если бы он знал все нюансы, которые, ну, связаны с этой службой по поводу того, как ему там уйти было бы проще, ну, он бы не пошел бы точно на ЗДУ. И еще бы не пострадала еще эта женщина, которую он убил. Ну, мне кажется, это какая-то диверсия. Он достаточно профессионально управлялся с оружием, достаточно хладнокровно и профессионально. Человек, который прослужил 2 месяца, так себя вести не может. Ну, то есть, я вам скажу, как, ну, на свой вообще взгляд, человек загнанный просто, ну, на самом деле, да, вот если бы его там, вот, ну, замучили, ну, он бы взял бы там автомат, ну, там бы, он бы испугался сам бы, мне кажется, от того, что там застрелил бы 1 или 2. Или, по крайней мере, стрелял только по тем, кто его, ну, кто над ним издевался. А это было, ну, вообще, ну, то есть, этот начальник, который с нами заступал, которого он убил, ну, этот человек вообще со штаба, то есть он с нами, ну, просто у них там поквартально заступают, там, раз, там, в полгода или во сколько-то они должны заступать в кору. Все, то есть этот человек ему точно ничего там плохого не сделал. Ну, вообще, да и вообще никто ему ничего плохого не сделал, вот в чем суть. А почему он так поступил, это уже надо у него спрашивать. За что и почему он так делал. Он считал время, он все считал. И он же сам, когда его задержали, он говорил о том, что один из старшего призыва умудрился сбежать. А если бы вот этот человек не сбежал, у него, наверное, была возможность расстрелять нас всех полностью. Хочется сказать спасибо всем, от палатной медсестры до главного врача этой больницы. Они все уделили нам максимально много внимания и...